Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Антоха Игроед. И этим видео я открываю небольшой цикл, посвященный тому, как буду создавать настольную игру с полного нуля. Да-да, с полного нуля. Вы увидите весь путь от идеи игры, отбора механик, создания тестового варианта, примитивной возни с фотошопом, чтобы придать будущей игре, более-менее вменяемый вид, и до финального варианта, под который уже можно будет искать художника для полноценного оформления. Прежде чем начнем, давайте проясним некоторые моменты. Во-первых, сейчас на заднем плане вот появляются различные постапокалиптические картинки, казалось бы, пока оторванные от моих слов. Но это не совсем так, поэтому пока просто вот пусть будут, не обращайте на это особого внимания. Во-вторых, это не совсем точная инструкция, как делать игру. Это мой видеоряд того, как лично я буду создавать. Вот именно в той последовательности, в которой с игрой было удобно работать лично для меня. Впрочем, я думаю, так или иначе, вся предоставленная схема вполне рабочая и достаточно обобщенная для любого пользователя. Поэтому, кто хочет сделать игру, вам может быть это очень интересно. В-третьих, это не советы по тому, как продать уже созданный проект. Не как продать. Вот если вы спросите меня, а как продать, то я скажу, не знаю. Мы этой темы вообще касаться не будем. Цель этого цикла — это создать игру с нуля. Вот, понимаете, вот было пустое место, и бах, готовая настолка. Как-то получилось, что он... Да он демон, Дэвид Блейн, как он это сделал? Вот в этом смысл данного плейлиста. Ну и, конечно же, будет создана игра, в которую уже можно будет играть со своими оговорками. В-четвертых, а чего это вдруг я, собственно, решил, что могу взять и сделать игру? Постоянные зрители канала знают, что я уже сделал одну игру по вселенной Терминатора. Боже мой, как неожиданно, кто бы этому удивился. И она посвящена тактическому противостоянию машин Скайнета, и бойцов сопротивления. Создана она по мотивам четвертой части кинофраншизы «Терминатор», в частности фильму «Терминатор да придет спаситель». Поэтому хотите верьте, хотите нет, одну настолочку я уже сделал, одну настолочку, красавчик, конечно. Да, конечно, именитые игроки в настолке и мастера своего дела вполне могут подвергнуть данный проект осмеянию, как в отдельных аспектах, так и по состоянию в целом. Но мы-то с вами, мы-то знаем, да, что вполне весело играется, и мы играем в нее на стримах. А учитывая то, что Терминатор на почве настольных варгеймов вообще не слишком богат, то я считаю, что игра более чем удачная. Кого заинтересовало, можете ознакомиться с правилами вот в этих видео, а также посмотреть цикл стримов и связанную с этим тему в моей группе ВКонтакте. Пожалуй, все, что мне хотелось озвучить, прежде чем приступать непосредственно к делу. Поехали! Итак, с чего же начать разрабатывать собственную настолку? А знаете, хороший вопрос. Тут приемлемо много подходов. Возможно, вам нравится какая-то отдельная механика, неважно про что, лишь бы вот эта механика была во главе угла вашей игры. Или вам нравится какая-то малоизученная фантастическая или там фэнтезийная вселенная, и вы даже еще пока не знаете, про что будет ваша игра, но вы уверены, что будете делать именно по этой вселенной. Или же вам нравится некий обобщающий сеттинг, скажем, выживание, или тому подобное. Конечно, весь этот подход имеет право на существование. Лично же идея моей настолки началась как раз с сеттинга. Ни для кого не секрет, что я люблю постапокалипсис и привлекательных девушек с огнестрельным оружием в руках. Поэтому сеттинг игры не вызывал у меня никаких вопросов. И первое, с чего я начал, это как раз с него. Итак, первое. Сеттинг будущей игры – постапокалипсис. Парам-парам-пам-пам. Из всех видов постапокалипсиса я выбрал самый банальный – ядерный. С антуражными пустыньками, пустошами, руинками и всякое такое. Банально, конечно, но в этом и плюс быть автором, что хочешь, то и делаешь. И, конечно же, тут мне в голову пришло название игры, о которой я еще даже ничего толком не представляю, но название уже есть. И название у проекта будет, приготовьтесь, «Ядерные пески». Возможно, ближе к завершению проекта оно изменится, но, если честно, я бы на это не надеялся. Итак, первое, с чем я определился, это с сеттингом и названием. Пустынный постапокалипсис, название «Ядерные пески». Для пункта 1, в принципе, более чем достаточно. Едем дальше.
Вторым пунктом станет основа нашей игры – ее концепция. По уму, конечно бы, с этого надо бы начать, но у меня это стало вторым пунктом. На начальном этапе концепция игры может быть очень простой и описываться двумя-тремя словами, ну или одним предложением. Я уже определился с концепцией, и прежде чем ее озвучить, хочу вам рассказать небольшую предысторию, которая меня подтолкнула на именно такое видение проекта. Есть такой проект «Зомбицид». Это прекрасный выходец краудфандинговой платформы Kickstarter и один из немногих образцов того, как надо делать игру. Вот так надо делать на Kickstarter, не писать типа «Я Вася, дайте мне денег, у меня такая классная игра, но тут я даже вам концепт не покажу». А вот так, вот прям молодцы. Серия данная очень популярна, и существует она в двух видах. Один вид про зомби в нашем времени, да, постапокалипсис. И вторая — это те же зомби, только в условиях средневековой чумы с примесью фэнтези. Но мне, разумеется, нравится первый вариант. Так что же меня подкупило в этом проекте? А то, что здесь игроки должны действовать сообща, в прямом смысле слова. Понимаете, многие настольные игры построены на противостоянии игроков. Кто быстрее добежит, кто быстрее соберет, кто быстрее захватит или уничтожит оппонента и тому подобное. Многие игры основаны на планомерном вредительстве другим участникам мероприятия. Это, конечно, весело, но лично мне было интересно немного другое. И вот зомбицид. Каждый игрок здесь управляет одним или двумя персонажами, которые должны разыграть небольшой сценарий, ну и в конце этого сценария успешно убежать с карты. Либо полностью, либо лишившись кого-то из членов отряда. А вот зомби. За них здесь никто не играет. Неожиданно, да? Зомби выполняют простой алгоритм, и их передвижения ограничены жесткими правилами. Таким образом, все игроки действуют против зомби, а не против друг друга. Ну, как в видеоигре, когда вы играете против противников под управлением компьютера. Эта тема меня очень заинтересовала, и я решил беспощадно ее позаимствовать. К слову, если вы тоже решили сделать игру, не надо бояться заимствовать идеи из других проектов. В этом нет ничего зазорного. Я говорю заимствовать идеи, это значит не копировать игру один в один, заменив, скажем там, зомби на роботов и все. А взять идею и добавить в нее что-то свое, или же еще сильнее ее упростить, или же использовать как один из нескольких элементов будущего проекта. Поверьте, все так делают. И все, что сейчас придумывается и будет придумано, так или иначе будет заимствовать идеи своих предшественников, даже что-то концептуально новое, все равно будет базироваться на чем-то уже существующем. И в этом нет ничего страшного. Итак, один элемент концепции уже готов. Игроки действуют сообща против противников, выполняющих определенный алгоритм. Но я решил не останавливаться на этом. Мне хочется, чтобы в отличие от того же зомбицида, партия длилась очень быстро. Знаете, сейчас такое время, когда жизнь очень насыщена, загружена, и в ней куча всяких интересностей или рабочих обязанностей, и времени очень много нет. Поэтому надо, чтобы партия игралась очень быстро. В моем представлении от 5 до 15 минут непосредственно игрового процесса. Но это без учета подготовки к игре. Ну, знаете, там раскладывание фишечек, тасование карточек и всякое такое. Потому что в том же самом зомбициде партия может затянуться на час, запросто, и на два, и более. Особенно, если играет много людей, и особенно, если у вас в партии человек, который никак не хочет договариваться с остальными и непрерывно гнет свою линию действия. Ну и как результат, остается все время покусанным в конечном итоге, все бегают его спасают, тратят на это время. Также мне хотелось, чтобы игра была не только быстрой, но и веселой, и максимально непредсказуемой. И тут появился второй элемент будущей концепции, который можно охарактеризовать слоганом «Даешь рандом!». Ну или «Даешь случайность» для тех, кто не любит интеграции зарубежных слов в русский язык. Случайность, рандом. Я решил отвести этому элементу большую роль в будущей игре. Да, будут жесткие правила, но на каждый элемент этих правил будет наслаиваться случайность. Пока что это звучит как-то так. Как видите, особой конкретики нет, но это пока всего лишь первый этап. Планирование того, что и как мы будем делать в нашей игре. Что ж, давайте подведем небольшой промежуточный итог. Что же у нас есть? У нас есть первое — сеттинг, ядерный постапокалипсис. Второе — концепция, сотрудничество игроков против противников, выполняющих простой алгоритм действий. И все это с большим элементом случайности.
Ну, уже неплохо. Для первого этапа подготовки вполне себе неплохая наработка. Как же будет выглядеть элемент случайности и рандома? А, до этого мы еще с вами доберемся при более детальной разработке. Сейчас мы пока поверхностно накидываем идеи. Так, далее. Следует определиться с видением игры в общих чертах. Тут тоже пока что не будем углубляться в детализацию, но не будем забывать про то, что партия должна быть быстрой. 5, максимум 15 минут. Но что можно разыграть за столь короткий отрезок времени по меркам настольных игр? Хороший вопрос, хороший. Тут я сел за стол и начал думать, что я хочу увидеть в игре. Просто вот давайте просто валим идеи в кучу. Так, главные герои будут люди. Крепко сложенные парни и симпатичные подтянутые девушки. Огнестрельное оружие, холодное оружие. Противниками будут зомби-киборги, роботы, дикие звери, типа там пауков. Ненавижу пауков. И прочих ползучих гадов. Так, обязательно надо будет что-нибудь собирать. Ржавые банки, патроны, запчасти, ножи, изоленту, верблюжью колючку, проволоку. Ух... Чувствуете, да? Пока что все это звучит как полнейшая дичь. С одной стороны, достаточно традиционная, с другой стороны, ну как-то мало подходящая для настолки пока, да? Но еще раз повторюсь, в этом и плюс быть автором игры. Делай, что хочешь. Главное потом все хорошо протестить, чтобы элементы работали между собой. А, да, и еще обязательно хочу несколько своеобразных режимов игры, чтобы добиться большего разнообразия. Как видите, мне, как поклоннику видеоигр, тяжело отделаться от их влияния даже при создании настолки. Ну ладно, мы пока на стадии разработки концепции, так что можно смело валить все идеи, какие хочешь, просто в общую кучу. И вот тут вам мой практический совет. Тетрадка. Ну, или блокнот, или пучок листов бумаги, которые вам нравятся. Обязательно заведите себе бумажный носитель, в который вы сможете записывать свои идеи, мысли, чертить таблицы. Возможно, если умеете рисовать или не умеете, это в принципе пока не важно для данного момента, делать какие-то наброски, эскизы, схемы игрового поля. Понимаете, тетрадочка или блокнотик, она должна вам нравиться. Это важно. Когда вы возьмете его в руки, вам должно физически хотеться оставить в ней какую-то запись. Ведь это же сборник ваших мыслей и ваших идей. Вид тетрадки, сам внешний вид тетрадки, должен вас радовать. Я вот оформил себе вот такую тетрадку для фиксации идей по настолке. Неожиданно, да, игра про постапокалипсис, и тут вот у нас стройные девицы с оружием, так что все в порядке. В общем, весь внешний вид настраивает мысли на работу в нужную сторону. Ну все. Вернемся к нашей концепции и завершим уже наше первое видео. Итак, из всего вышесказанного в моей голове сложился вот такой смутный вид игрового процесса, который я пока оставлю как основной. Давайте, в двух словах. У нас есть некое поселение, в котором обитает несколько выживших. Дела поселения очень плачевны. Ничего нет. Старейшина дает нам задание. Цель выполнения задания будет целью вылазки за пределы безопасного поселения в дикие пустоши. Задания будут написаны на карточках, тусуем карточки, тянем задание и вперед на пустоши. На пустошах мы можем найти как необходимый предмет задания, так и много различных полезностей, оружие, припасы, компоненты для улучшения. Победа игроков — это выполненное задание, поражение, но это гибель всех, кто отправился на задание. Вот и все. Все очень просто и понятно. Ну что же, это было вот такое первое видео о создании настольной игры с нуля. Как видите, пока что это только очень обобщенные мысли. Так что оставайтесь на канале Антохи Игроеда, и вы проследите весь процесс создания настолки «Ядерные пески». Ну а я жду ваших комментариев. Было ли это видео вам интересно и интригует ли вас то, что будет дальше? Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока.